Кот. Сука. Кот. Все, помогать ему. Блять, еще и перезарядка. Блять. Собака. Похуй, хиляемся, живем. Ну ты собака, блин. Где этот артефакт? Ебучий псевдопес. Ты только, блядь, живи, слышишь? Зараза, блядь. Вот завалил меня, да? Ах ты! Гад, блядь. Хм. Короче, просто так от них мы не отделаемся, да? Давай тогда так. Ну куда-то попёр на них. Так, ну минус одна. Ты, блядь, там живи, слышь, дядька. Ну и все, и пиздец, блин. И он сдох. Привлекать внимание. Ну, сука. Так, сюда иди. Вот дебич. Чё, дай хоть на камень залезу. Ну, сука. Ёб твою мать. Господи, боже мой. Давай, пока он на них не забился, вдоль забора попробую пробежать. Че, пошли, 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 пошли. Так, я здесь правильно иду? Снох! Вот так вот, типа. Ну все, укатился. А чё ты, блядь, не перезаряжаешь? Тебе ж патронов еще хватает, блядь. Где эта жопа? Он просто, блядь, не перезаряжал автомат. Он просто, блядь, его не перезаряжал. Так где там мой забулдыга? Ах ты ж гад, блядь. Его ёбнули. Он там, блядь, побежал куда-то, водит, блядь, и все. Я не знаю, я сейчас ему отдам команду стоять на месте, блин, постойте смирно. Ну что тебе мешало, блядь, тупо в дырке в стене, блин, пройти там? Вот что ему мешало, а? Вот кто знает. Вот куда он попёр? Он нахрена ему это надо было? Дружок-пирожок, блядь, постой-ка ты на месте. Будем так вот байтить на сейвы, пока мы к нему не прибежим. Может, и доживет. Эй, я тут! Я вышел из зоны, где ты это. Не хотел бы быть. Не хочешь заходить туда.
Ой, блядь, он там с этими бандитами воюет. Ёб твою мать. Давай, ладно, еще раз. Да-да-да-да-да-да-да, энергетик. Все, погнали, погнали, погнали. Ёбнем тут этих бандитов. Ждурень к ним прибежит сейчас. Пацаны, братва. Эй-эй-эй, братва. Тихо, блядь. Что стопка, что она заела? Давай-ка аптеку. Че, только один, блядь, был? Я в прошлый раз проходил, тут только трое было. Ты где, блин, дурачина, блядь? Сюда иди. Ладно, допустим, тут только один был. Вот ублюдок, а. Причем еще с говном каким-то. Ладно, у меня и так перегруз, блин, я не буду брать с него там всякое говно. А ты, блин, тоже тут еще умник. Я смотрю. Ну давай. Да давай, сейчас выйди только. На. Ну сейчас получу, ты выйди только. Сколько их там, двое, трое? Еще есть желающие? Ох, ебать! Я вертолет расстроил. Блять, у меня что, клин, что ли? Давай, жри аптечку. Блять, и как мне теперь проходить? Вертолет мне такой, типа, не атакует. Эти атакуют. Ну давайте уже, блять, думать что-нибудь. Сука, ебучий клин. И сейчас мне вертолет начнет ебать. Не, надо калашников обновлять, а то этот, блядь, какой-то. Ебать! Это граната, что ли, была? Не, ну такой подставы я явно не ожидал. Не, ну сначала он такой типа клинит там с первого патрона или что там, осечка то есть была. Хил. Аптека. Есть еще? Больше никого. Так, а собачки тут, мутантики будут какие-нибудь, нет? Местная живность прикормленная. Опа, есть. Все? Все? Блять, ну я честно вот как бы тут прошел с менее серьезной пушкой, я не знаю, блин. Особенно если бы эта зараза еще бы клинила бы, как предыдущих калашников. Или там осечки были, или что там было с ним. Так, что скажешь? Проходи, не задерживайся. Да, я этого ждал. Прохожу, не задерживаюсь. Здорово, я мужики. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Мужик, а что тебе с глазом? Тебе это, к доктору сходить? Давай, пофиг. Надерем зад. Два свежайших куска мяса. Ну. Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнем. Ну чё, погнали? Пока не дали. Давай, губасы сюда. Давай. Завози своего противника. Покажите, чему научились. Давай, сейчас покажем. Поехали. О, слушай, тут надавали прям. Жирно.
Вкусно. Гадюку мне дали. Или как он там? Короче, МП5 дали. Оп, фонарик был. Как тебе, братан, там хорошо? Рвача, рвача. Давай бабло сюда свое. Или. О, обрезыч. Нифига себе он лупит. И отдача еще такая, блин. Да подожди ты, мне бабло смутать. Не успел со второго. Сидорыч. 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 Давай сюда иди. Ну чё, готовы к рейду? А подожди, я тебе хлам еще всякий не продал. А тебе он и даром не нужен, да? ПДА? Где мой ПДА? Так. Пострелять мутантов. Понял. Ну, это самое ближайшее. Вот туда сейчас и сходим. Сейчас, короче, мастер-класс покажу. Так, сколько у вас там? Ну, две вижу. Я, кстати, по-моему, у Сидорыча взял этот квест. А это все потому, что я использовал какие патроны? Правильно. Я использовал хреновые патроны. И чтобы еще клин был с первого патрона. Не, короче, нафиг, эти хреновые патроны я отдаю, продаю. И с этим залупным прицелом ничего не видно. Блять, таки куснул, а? Таки куснул меня за жопу. Поговори с барменом. Ну, как скажешь. А где он там? Бармен, 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 бармен. Давай, я выполнил. И я выполнил. Все, нормально, мне хватит. Мне хватит? Мне хватит. Пу-пу-пу, список заданий. Так, друг. А я ж тебе говорил уже. Он мне, по-моему, говорил, типа, пиздуй. Он мне уже помог, он мне, типа, дал задание, типа, иди, короче, в этот, на агропром, и там, короче, найдешь свое счастье. Ладно, защита интересов. Ты где? О, нихера себе там закинуло. На затон, или как эта локация называется. Так, ну мне сейчас за тобой идти, да? Осветитель тайников. Заантресорил тайник где-то в пределах деревни. Мне же необходимо найти тайник. Ага, ну это в деревне новичков. Так ладно, давай в эту темную долину сходим, или как она там называется. Лучше я туда соваться пока не буду. И то мало ли что. Отбегаю эту жгучую залупу. Эй, больно, блядь. Наймиты, 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 наймиты там сидят. Давай, аптечку первой помощи. Быстро хаваю. Опа, там мутант. Там ебучий бюргер. Тебе, блядь, сколько надо всадить? Дорогой ты мой. Но я вижу, ему там нравится. Как и мне. Все? Угомонился? Ну такой живучий, я вам скажу. С двумя косяками, блядь. Это бюрок наркоман. Так, мне что-то залупа не поганит, нет? Если я так пригнусь. Оп, 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 оп. Давай, аптечку, быстро.
ХПшка, ХПшка есть. Сейф. Мне кажется, там еще кто-то сидит точно. Давай, что у тебя есть интересного? А, патроны мои есть. Нашивка. Взрывчатое вещество какое-то. Патрики. Эти можешь себе оставить. Что-то. АЕК у тебя, да? Па-па-пам. Разобрать. Ну, кстати, АЕК у тебя в неплохом таком состоянии. Тебе скажу. А что по прицелу, кстати, у этого АЕКа? Я просто хочу посмотреть. Ну, он такой, он поудобнее, но мне больше 60-ник магазин больше нравится, я скажу тебе так. А вы же одного калибра, блин, хули ты глушители не хочешь ставить? Ну, короче, тут, походу, наверное, чтобы ставить, это надо это... На верстак, короче, идти. Ну, мне кажется, пока так. Блять. Я уже думаю, нафига они с ног-ка, блин, обидели? Господи, ну давай бинт еще съешь. Братан, а лестница-то тебе что сделал? Ну, понятно, я, блин, враг твой. Ну, а лестница-то что тебе сделала? Дурень, блин. Короче, не расслабляем булки и за строхом не лезем. Все. Можно в бой. Дядя? 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 По кайфу, что там у тебя? ФАМАС уже лежит какой-то. Думал, ща как шамарну, блин. О, снорчик-то богатый оказался, богатый. Ну, конечно, давай еще наверху проверю. Похаваю. И проверю, да? Ой-ой-ой, а я знаю, что это. Это, мать его, выброс. Блять, и почему хули так темно стало? Я вообще ни хрена не вижу. Та-та-та-та, файер, 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 бери, бери файер. Забежать в тоннель. А мы сейчас передохнем, блять. А не передохнем. Успеваем. Энергетик. Энергетика нету. Ой, блядь, а я тут не спрячусь. Ну все, пиздец мне, да? Пофигу. Беги. Беги. Ну хоть куда-нибудь беги, блин. Энергетиков нету, вот это. Геркулес, блядь. Сюда. Похуй. Аптечка. Винт. Вагон. Фух. Господи, что это, блядь, такое? Это вагона, что ли, там? Да, это вагона. Ну что, остальное все нужно. Остальное все мне надо. Ой, ой-ой-ой. Так. Сюда, наверное, да? Он где-то вот в этой стороне, где-то тут должен быть. Вот он. Проходи, не задерживайся. Так, я пошел. Слышишь, я пошел. Давай, погнали. Это, я так понимаю, мне вот этот лесочек, да? И, по-моему, там должны, по идее, сидеть гавасиси. Судя по звуку, здесь немного фонит, но что-то так. О, лодька.
Ах ты жопа, блин, кабане. Не справился. Ладно, давай еще раз. Ух, не подловишь меня больше так. Где там эта свинья ходит? Мистер Свин, вы же где-то здесь тусили. Мистер Свин. Ну все? Нету мистера Свина больше. О-о-о! Подруга его услышал. А вон, кабанес. Блин, ну из-за этого прицела его не видно, блядь. Реально вот так вот надо его выстригать. Все, кабанесса нету. Ну там плоть. Ну плоть вроде не опасна, она сама не кидается. Вот он жахнул еще аномалией. Все, короче, погнали. Нету времени на этих кабанов еще тратить. Ты ж подруг своих не привела, не? Ну чё, охота на кровососов? Я не знаю, ночных. Мне ж точно на эту пригорочек. Ну чё, яйца в кулак? Ну там, конечно, плоть какая-то тусует, но на него пофигу. Калибр посерьезнее взял. Чтоб с прицелом, чтоб от бедра, если чё. Ну, видите, как отлетает. Еще один! Пострелял, блядь! Живем, блядь! Живи! Ну, одного-двоих я точно, по-моему, убил. Давай еще одна попытка. Так, на плоть не отвлекаемся. Работаем по хавасисям. Давай, быстро к машинам. К машинам. Сейчас сами подбегут. Или не подбегут. Не, он сейчас все, он сейчас уже дохилялся. И это кровотечка у него, короче. У него, короче, кровотечка. Ну что, господа кровосисти, вы где? Я ни хрена не вижу. О, все, пошла кровотечка. Блять, еще и потемнело так, блин. Клин, 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 клин. Темно, 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 клин, 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 клин. Я в домике. Блин, а хули так темно? А хули так темно, слышь? Чё делать, чё делать? Идти в кузов, блин, расстилать спальник и спать, блин. Вот чё делать. Какую-нибудь машину, я не знаю. Повыше хочется забраться, вот сюда, я не знаю. Что это? Наверное, поломанные, да, боеприпасы? Да, это поломанные. Разобрать. Все, так, разобрал. Ёб твою, а я еще и спальник разобрал. Ну, зашибись, блин. Как мне теперь, как мне вообще на YouTube снимать? Рассвет, выбора нет. И полетели. Дневная охота. Нахвасись. Сезон открыт. Это, наверное, пару раз придется отступить. Я не знаю. Попробуем. Сейчас налетят, блин, тут. Эй, эй! Ну, быстро они, быстро. Так, ну пока трое только видно. Давайте, подходите, что ли. Так, нахуй, валить, валить, валить. Ну все, и пиздец. Ходит там, блин, за яйца держится. А че я мучаюсь, собственно говоря, да?
Один готов. Убегаем, 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 убегаем. Валим, блин, со всех ног. Стамины нету. Стамины, блядь, нету. Вот так вот. Первый готов. Сейф. Сейф, 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 сейф. Перезарядка. Перезарядка. Нам еще двое. Интересно, вот это вот... Теперь бегом отсюда. Ах ты, задница, блин. Ах ты, задница. Я ж теперь вытеку весь. Так, все, одного уработал, собрался. Давай, папа-рап-папарам-парам, папа-парам-папа-пам. Музыка. Не сложный засранца? Особенно, когда толпой набегает. Один-то ладно, один не проблема, блин. Одного уработать можно и без сейвов. Но когда этих градов... Толпа, блядь, набегает. Валить, валить, валить и не оглядываться. Все, я в сейве. Продолжаем, охотимся, охотимся. Мы охотники. Идем на запах. Еще один. Ну ты жопа с усами. Реально прям такая хорошая, такая добротная задница он с усами. Прям сусанин, я бы сказал бы. Просто сосать, блядь. Как ты ж бесполезный ты кусок, блин, кровососа. Грязная ты, блин, кровосиська, блин. Где там твой товарищ, блядь, третий, который... Который номер три, блин. Один тут, один там. Один где-то хрен знает пополам, да? Пойдем сдадим квест уже. Этот. Тяжелый. Потный, я не знаю. Ты меня спиной увидел? Я ж вижу, у тебя фонарик там саморезом к колбу прикручен. Или у тебя глаз прям в попе есть. Ох уж эти чернобыльские мутации, да? Здорово. Здорово, здорово. Поздоровее, видали. Давай. Два батона за раз. Вот кто-нибудь из вас смог бы съесть два батона за раз? Даже старого, я не знаю. И старого, мне кажется, еще более сложнее съесть два за раз. А ему нормально, он только наелся. Он там один заточил и, короче, такой... Чё-то я не наелся, надо еще. И навернул второй батон, и такой... Ну все. Обожрался и вспотел. Давай. Сейчас посмотрим, сколько меня заплатит. Если что, боезапаса я, по-моему, слил, ну, тысяч на 5-6. Это вот минимум. Давай, удивляй. Я выполнил задание. 10 тысяч? 10 тысяч. Мне за кабадов и платей больше платили, блин. Ну ты, блин, нехороший ты человек, а? А чё с носом, блядь? Чё с носом, блядь? Чё с глазом, блядь? Бессмертный ты, блин. Хрен. 10 тысяч мне дал, прикиньте. Всего лишь 10 тысяч. Невыгодно. Ну, тупо невыгодно. Здорово, здорово. Начальник у тебя хреновый. 10 тысяч. Два раза больше надо было, а не 10 тысяч. 10 тысяч. Еще бабла подфармим немного. Три братка. Три братка, это хорошо. О, со мной еще тоже есть три пацана. Два пацана настроя.
Братан, а тебе все яйца отстрелило, ты стоишь на месте. И ты типа хочешь сказать, что живой. Он все еще был живой. Приглашенные гости из доблестного ОМОНа. Угу. Покажи им, чего ты стоишь. Сейчас покажу. А мне бокан дали, да? Оружие. Тихо. Вот это, блядь. Попасть на такие персонажи. Одному завалил. Да, и туда ему дорога. Преступление и наказание. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой.